Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Наше путешествие продолжается. Я на Марюткином камне. Сейчас, значит, пойдем по этой тропинке вверх на гребень. Полазим по скалам. Полюбуемся чудесными видами Затерляния. Терляна. Идемте, друзья мои, вперед. Ну вот все, я поднялся. Подъемчик крутоватенький. Градусов 40. Вот такая полянка. Метров 50. И я буду на гребне. Эх, какая красавица. А наверху такие шишки. Но я их потом сниму. С гребня. Если не забуду. Ну, идем. Как говорят, ничего не откладывай на потом. Лучше сейчас снять. Вот такая вот красота. Любуемся. Вот так вот у нас слева остается скала со смотровой площадкой. Зайдем потом в конце на нее. Но мы идем. Вот, друзья мои, приближаюсь к скалам. Иду вот по такой тропинке. Такая тропиночка хорошая. Тут вот такие цветочки растут. Но ветерок задувает. Но я думаю, будет не критично. Вот вдали чуть наш Терлян проглядывает. Ну идемте. Пройдем сейчас. Полезем сейчас на скалы. Видите, какая панорама открывается. Чудесная. Но будем снимать. А пока идем. Вот так вот тропиночка идет на краю обрыва. Ну, тут довольно высоко, метров 30, может побольше. Здесь надо быть осторожным. Идем. Тихонечко. Идем. Вот так. Мы идем. Сейчас немножко еще осталось. И вот на ту вершину поднимемся. Ну тут вот с этой стороны обрыв. И с этой обрыв. А вот наше село Терлян. Сейчас покажу вам его еще. Вот так оно. С высоты 900 метров смотрится наш Терлян. Вот перелез я этот гребешок. Ну, и идем дальше. Посмотрите, друзья мои, каких необычных муравьев я встретил. Громадные на камнях и черные. Удивляет Марюткин камень нас. Ну,
Мы пойдем дальше. Трудитесь, муравушки. Ну, друзья мои, нам немного осталось. Сейчас поднимемся вот на эту скалу и с нее полюбуемся панорамой на запад. Вот село Терлян, оно от нас получается на восток. На восток. А мы будем смотреть на запад. Ну, посмотрим. Сейчас вот заберусь на нее и покажу вам. Так вот я поднялся. Ну, здесь уже пришлось на руках подтягиваться. Ну вот. Эх, ветерок поднимается. Еще немножко осталось. Ну, идем. Ну, все, я на вершине. Сейчас буду выбирать, чтобы не было ветра. И буду снимать панораму вам. И расскажу про наши горы. Ну вот, друзья мои, снимаю панораму. Посмотрите, наши горы. Вот вдали гора Ямантау. Северная сторона еще в снегу. Вот пошел хребет Инзерские Зубчатки. Вдали вот хребет Машак. Вот гора Колокольня. Под ней Инзерские Зубчатки, цирк. Гора Машак. Гора Большой Кумардак. И вот внизу речка Терлянка. Вот такая вот панорама. Сейчас сниму с увеличением. Посмотрите. Вот она. Ямантау. Вот внизу Малышихинские гребни. И вот сейчас покажу Куянов камень. Вот он, Куянов камень. В начале мая был там, видео снимал. Вот они, Инзерские Зубчатки. Гора Колокольня. Вот такая вот у нас красота. Любуемся, друзья мои. Вот так он идет гребень. Еще метров на 300. Но мы дальше не пойдем. Поснимаю сейчас, что здесь. И будем возвращаться. Поднимемся на смотровую площадку. Полюбуемся там еще нашими красотами. А это вот, друзья мои, панорама на северо-восток. Вдали гора Еремель. Вот такая вот панорама.
гора Судовая. Вдали хребет Бакты. Ну, идем, друзья мои, на смотровую площадку. Ну все, я спустился. И идем, друзья мои, на смотровую площадку. Вот. Цветочком полюбуемся. Какие на камнях цветы растут. Так вот у нас. Ну вот, друзья мои. Иду я по тропиночке вот на эту скалу, на смотровую площадочку. Сейчас пройдем здесь недалеко и покажу вам нашу природу. Вот так вот. Пойдемте. Ветерок задувает вот. Друзья мои, я на смотровой площадке. Вот такая вот панорама на юг, на юго-восток. Покажу сейчас вам ее. Ну, задувает ветерок. Покажу вам наш Терлян. Ну, всем, друзья мои, пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.